Я считаю, что это завышенная цена. Сколько вы готовы были бы платить? Вот, приемлемая цена какая для вас? Ну, мне вообще нравилось, как мы раньше платили, в течение года. А теперь я не в восторге от этих сумм. Очень много. Много. На 1000 больше, чем в прошлом месяце. Много, конечно. Январь-то такой не холодный же не был. Нормальная погода была. Устраивает? Все нормально, устраивает. Я оплатил полностью. Ну, то есть сумма вас устраивает, да. Тарифы? Не считаете завышенными? Ну, нет. Ну, какой я считаю? Ну, я не считаю. Не считаю. У нас трехкомнатная получилась 4450 рублей за месяц, ага, за отопление. Какую сумму считаете приемлемой для наших жителей? Ну, приемлемая. Вот раньше же на год все это как бы распределялось. Вот сейчас, мне кажется, это неправильно. Вот лучше на год вот так распределяли и незаметненько. Ну, не знаю, я обычно жена занимается этим, но повышенные вроде платежки. Ну, конечно, уж отрицательно. Кому понравится, когда завышенные тарифы. Ну, раньше же было ежемесячно платили как бы равномерно, а сейчас зимой, естественно, больше приходится платить. Но для пенсионеров это как бы тяжеловато все равно. Нагрузка уже больше. Вот так-то не очень сильно. 2700 где-то вот однокомнатная квартира. А так, ну, нормально вроде бы. По карману не бьет? По карману пока не бьет. Я не знаю. Не смотрели? Не смотрели еще. Мы за трехкомнатную 4,5 отдать за 1 январь. Январь, я бы не сказала, что был сильно холодный, поэтому для меня 4,5 это много. До этого в декабре было на 1000 меньше. И то кажется, что это, в принципе, большая сумма, если рассчитывать. Кроме отопления у нас есть газ, вода, электричество и прочие другие расходы. Поэтому для меня так это дорого.